Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в Российской Федерации по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Сегодня по всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, радио и телепередачи. Государственные флаги приспущены и на всех официальных зданиях Кызыла. Во многих городах России после пожара появились стихийные мемориалы, куда люди несут цветы и свечи. В Кызыле череда акций началась во вторник днем. Горожане собирались возле Центра русской культуры и на площади Арбата у памятника маленькому шахтеру. Вместе с кызылчанами почтить память погибших пришли руководители города. Дорогие кызылчане, в эти дни скорбит вся страна. На всем этом огромном пространстве. Потому что дети – это самое главное, самое дорогое. Это наше будущее, это и есть сама жизнь. С ним мы связываем все свои надежды, все радости, будущее нашей страны, нашей семьи, нашего города, нашей республики. Поэтому очень страшно, когда трагедия обрывает жизни маленьких граждан нашей необъятной страны. И сегодня скорбит не только Кемерово, скорбим мы, кызылчане. И в душе думаем о том, что нужно нам, власти, в том числе, сделать все, чтобы защитить детей, защитить от халатности, защитить от неразумных построек, в которых нет места для спасения. Сделать все, чтобы их дорога в жизни была открытой, чтобы этот путь был белым, свободным, большим. Мы скорбим. Скорбим вместе со всей страной. Поток людей с цветами и игрушками к маленькому шахтеру не прекращался. Всех тех, кто не смог выбраться из торгового центра, особенно детей, почтили минутой молчания. Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека, большинство из которых – дети. Глава Тувы поручил вице-премьерам взять на личный контроль проверку всех торговых центров, кинотеатров и других объектов, связанных с массовым пребыванием людей. Он поставил задачу получить четкое представление не только об исправности противопожарной и иной сигнализации, наличии в помещениях систем предупреждения и ликвидации возгораний, а также соблюдении прочих требований безопасности. С целью предупреждения возникновения пожаров в торговых центрах, расположенных на территории республики, 26 марта издан приказ регионального министерства по чрезвычайным ситуациям, которым поставлены соответствующие задачи, а именно произвести корректировку перечня торговых комплексов с массовым пребыванием людей, в том числе имеющих развлекательные центры, расположенные на территории Тувы. В срок до 15 апреля во взаимодействии с администрациями объектов организовать проведение профилактических обследований на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе проведения профилактических обследований организовать проведение с персоналом объектов противопожарных инструктажей по соблюдению правил пожарной безопасности при осуществлении своей деятельности и обучению действиям на случай возникновения пожара. Также при проведении профмероприятий производить фото- и видеофиксацию. О результатах проведенных обследований по фактам выявленных нарушений проинформировать органы прокуратуры с целью инициирования проведения внеплановых мероприятий по контролю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Министерство Тувы по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило аукцион на строительство второго этапа школы на 275 учащихся в селе Кызылмажалык Барунхемчиского района. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс». Стартовая цена контракта установлена в сумме 175 миллионов рублей. Подрядчик по условиям договора обязан будет завершить строительство школы до 30 ноября текущего года. Прием заявок на участие в аукционе завершится 11 апреля. Торги назначены на 16 число.
число. Заказчиком работ выступает Государственное казенное учреждение республики «Госстройзаказ», с которым победителю закупки предстоит подписать контракт. И о курсах валют: доллар стоит 57 рублей 17 копеек, евро 71 рубль 26 копеек. Стационарных лагерей отдыха для детей в Туве станет больше. По информации Миноборнауки, Тувы нынешним летом в республике планируется открыть около 200 оздоровительных лагерей, или на 5 лагерей больше, чем было. Дополнительные базы позволят почти на 3000 человек увеличить количество отдыхающих за сезон. Если в прошлом году лагеря посетили более 17 тысяч детей от 7 до 15 лет, то нынешним летом в них смогут отдохнуть около 20 тысяч человек. Новые лагеря уже включены в реестр регионального министерства образования. Среди них лагерь «Ражехем» при Хандергейской школе-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, «Шолбан-Ак» при школе номер 1 поселка Кызылмажалык и «Серебрянка» в поселке Кахем. К ведению Миноборнауки республики отнесены 176 лагерей, которые рассчитаны на 15,5 тысяч детей. По линии агентства по делам семьи и детей будут работать 18 лагерей для 2 тысяч школьников. Еще 930 детей примут 2 профсоюзных лагеря – «Чагатай» и «Серебрянка». Чуть более 600 ребят отдохнут в лагерях «Орленок» Тандынского района и «Отчизна» в Кахемском районе. Почти 14 тысяч ребят отдохнут в лагерях с дневным пребыванием, расположенных в самих школах. Более 5 тысяч детей проведут лето в выездных загородных лагерях. Палаточные лагеря предполагается организовать для 30 школьников. До 1 апреля планируется сформировать штат работников, которые будут обеспечивать отдых детей – от педагогов и медиков до технического персонала. К работе с детьми Миноборнауки с помощью регионального штаба студенческих отрядов намерен привлечь в качестве вожатых студентов. Все они пройдут обучающие курсы на специально организованных семинарах. В связи с подтоплением района Ближнего Кахема, Кызылского района и города Кызыла управлением Роспотребнадзора усилен государственный санитарно-эпидемиологический надзор в период паводка. Санитарные врачи напоминают, что возникают угрозы распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний в случае употребления воды из трубчатых и шахтовых колодцев артезианских скважин, расположенных на потопленных территориях. Для недопущения подобных случаев рекомендуется использовать для питья бутилированную воду и соблюдать правила личной гигиены. При первых признаках инфекционного заболевания необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. По возвращению домой после паводка в первую очередь следует прокачать воду из колодца, по возможности механическим способом прочистить стенки и промыть с использованием дезинфицирующих средств. Затем повторно прокачать воду. Для обеззараживания воды рекомендуется применять дезинфицирующие препараты, разрешенные к применению Минздравом России. До окончания паводкового периода рекомендуется употреблять исключительно кипяченую воду. Также следует кипятить воду и для мытья посуды, и использования для других хозяйственных нужд. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, дождь, днем без осадков. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1, днем плюс 13, плюс 15. Управление автомобильных дорог республики информирует жителей Тувы, что проезд по дороге Акдаурак-Абаза доступен для проезда.